ня-ня-ня. Что? Сет играет, скорее всего, за Тиру какую-нибудь. А, за, либо за Зигфрида. А вот не уверен, на самом деле. За Зигфрида он поигрывает. За Нацию, наверное, нет. Ну ладно, попробуем покомментировать. Адская ниндзя. Так и из предыдущих частей. Дикая и быстрая, как понос. Против светлого рыцаря с палашом на весь экран. Раз, два, раз, два. Мне кажется, вот если русского делать, во всех файтингах есть какие-нибудь русские. Вот надо было сделать этого. Кстати, у него есть дефолтный костюм, он там в таком в Илье Муромском. Богатыре русском одет. Так что, может быть, это тот самый наш герой. Укими! Командная игра. Соленый змей, название команды против днища. Ну вот днище как раз таки это сидели до меня, тут рассказывали, как и что. Нашел я все-таки, как связаться с человеком, так что. Особо сердобольным, кто переживает, где переночует Таре, переживать не стоит. Адрес есть. Раз, два, раз, два. А что за ужас? Может быть, какое-то, не знаю, правило негласное, что нельзя основными персонажами играть? Где тиры? Где еще всякие монстры в исполнении сета? Или слишком долго меня не было, не следил я за Soul Calibur сценой.